полно стражников. Здравствуй, брат Волка! Они куда более прозорливы, чем... Насилие порождает насилие. Писание учит око за око. Но так мы все ослепнем. Не совсем. Тот, кто ударит последним, сохранит один глаз. На улице слепых одноглазого зовут путеводной звездой. В твоих священных текстах есть мудрость на любой случай. Эйвор, прости. Я уже убил слишком много своих братьев и сестер. Я не могу продолжать. Я вернусь в Люмдон. А ты, Эрке, ты поступишь так же? В большом городе за Стоу должен кто-нибудь приглядывать, иначе его попросту убьют. Мы вместе взяли этот лагерь, о большем просить не стану. Ступайте. Пусть ваша дружба дарит надежду нашим народам. Удачи, Эйвор. Да хранит тебя Бог. Элдермен Хунвальд, ответив на мой зов, ты почтил память отца. Лебяжья стать шлет поклон. Моя любовь. Пусть ее имя дает мне надежду, ибо от мысли о битве мне становится дурно. Сражаться легко. Просто смотришь врагу в глаза и вонзаешь между ними топор. Да, помню. Что ж, на твоей стороне будут биться лучшие лучники Линкольншира. Славно. Мы обрушим на врагов дождь из стрел. Молодец, Хунвальд. Будь готов.
Хунвальд, элдермен Линкольншира. Звучит достойно, не так ли? Как будто эта должность была предначертана мне с самого рождения. И ты справляешься с обязанностями? Ну, сказать по правде, разбираться с тяжбами и налогами скучно. Но в моих жилах течет кровь элдермена. И скоро я пойму, что к чему. Вилли, старая ты палка. Как дела? Для тебя ярл, Вилли. Преклони колено и поцелуй мне руку. Я смотрю, власть ударила тебе в голову. С Ноттингемшир еще не пришел в упадок. Под моей рукой край процветает. Но боги, как же мне хочется кого-нибудь убить. Моим берсеркам тоже. Тогда вы пришли куда надо. Ярл Скона Сома, что тебя гложет? Я думаю о грядущей битве. У каждой распри есть цена. Кто заплатит ее в этот раз? Нам с тобой не привыкать к потерям. Боль утраты не отступает никогда. Но твоего брата еще можно вернуть. Это точно. Сегодня расплачиваться будет Фулке, а не мы. Мне бы твою уверенность. Уба, дашь совет, пока мы не начали? Совет? Тебе не нужны советы. Ты не стоишь ни в чьей тени, Эйвор. Высшая похвала от сына Рагнара. Наши пути могут привести нас к гибели, Эйвор. Но следы, которые мы оставляем, только наши. Епископ Диарлов, странно видеть слугу бога на поле битвы. Возможно, ты удивишься, но в юности я ездил верхом и охотился. Сегодня мы бьемся с саксами, Диорлов. Не с бритами и не в Мерсии. Я бьюсь с Фулке, лжехристианкой, искажающей слово Божье. Я готов помочь, чем смогу, чтобы свергнуть ее. Тогда мы рады тебе, друг. Ты знаешь, как сбить врага с толку? Люди Фулки мечутся, не зная, откуда ждать удар. В Орчестере нет ни припасов, ни людей, чтобы дать нам отпор. А у союзников было время добраться сюда. Многие здесь, и епископ тоже. Я же обещал. Все-таки я несу слово Божье, было бы низко не сдержать свое. Если мы наговорились, можно начинать бой. Эйвор, беда. Мы нашли у одного из врагов письмо. Фулки позвала на помощь. Подкрепление. Войско саксов идет из Винчестера. Я поведу своих людей им навстречу. Мы задержим их, и мы выиграем для вас время. Пора начинать наступление. Или, может, ты хочешь поговорить со своими союзниками? Теплые слова растопят лед страха. Выступаем. К закату Сигурд вернется к нам, а голова Фулки будет красоваться на пике. Начинаем. Понравился дар, оставленный мной в Кентербери? Сегодня ты умрешь, Фулке. Но если ты спустишься ко мне, я оставлю в живых твоих людей. Нам нечего решать. Можешь сгинуть на этих стенах, если хочешь.
Никакие стены не защитят тебя от меня! Что ж, прошу, забери брата, если сможешь. Мы будем ждать. Чтобы найти нас, просто иди на его крики. Фулке! Что скажут потом скальды об этом дне? Они скажут, что сам Один на своем троне наблюдал за кровавой резней, которую мы устроили. Скажут, что тысячи воронов слетелись попировать трупами саксов. Поднимите мечи вместе со мной, братья и сестры. Наши имена будут воспеты скальдами в веках! Я иду за тобой, брат. Так много битв и так мало шрамов, Басим. В чем твой секрет? Не лезу под удар. Ясно. Чем проще, тем лучше. Длинный путь! Сметем этот чистокол! Бегись, масло! С той стороны.
впереди! Ты должен держать! Предки гордятся вами!
Сигурда здесь уже нет. Куда Фолке забрала его? Это кровь Сигурда. Свежая. Сигурд, за все твои страдания Фулки заплатит сполна. Церковь. Фулки, наверное, отвела его туда. Идем! Мне одному не сломать! Фолке! Я помогла ему всем, чем смогла, Эйвор. Теперь дело за тобой. Нет! Брат, я здесь с тобой. Я рядом. Я останусь с ним, а ты займись Фулке. Я вернусь. Обещаю. Прячешься от меня, Фулке, как крыса во тьме. Мы все во тьме, Эйвор. Пытаемся найти свет, который приблизил бы нас к богам. Хватит разговоров. Пришло время умирать. Ты сражаешься под знаменем невежества, Эйвор. Я могу приоткрыть завесу, показать то, что за гранью. Мне ничего от тебя не нужно. Тебе конец! Пока выбирать кого-то, кто он делает, талант. Это твои красивые слова! В то, чего не понимаешь.
Эйвор, тебя не удивляет то, что я узнала? Все, что ты говоришь, безумие! Сигурд, один из древних, Архонт, Исполин, Исо, называй как хочешь. Он переродился. Он мой брат и мой ярл, а ты лишилась рассудка. Он то, к чему мы должны стремиться. Фулке, будь ты проклята! Фулке, ты не сможешь убегать вечно! Все назад! Она моя! Слишком поздно, Эйвор. Я открыла твоему брату глаза на правду. Я победила. И ты погибнешь вместе со мной! Помогла ему понять это. Это мой дар. Он мучился! Да! Но осознал! Добился большего. А теперь, Эйвор, ты продолжишь ее дело. Сигурд!
Я войду сам. Позволь. Я сам. Сигурд. Эйвор. Ярость. Бури. Я буду косить врагов, как косарь траву. Что она сделала? Эйвор! Мы задерживали их сколько могли. Прибыли войска из Винчестера. Отведите Сигурда на корабль. Я их сдержу. Удачи, Эйвор. Найди нас в селении, как сможешь. Лучники! На стены! Последнее. Нападение отбито. Но без войска Гутрума нам не хватит людей, чтобы удержать крепость. Сигурд с нами. Это главное. Поспешил с выводами, Эйвор. Ты достоин быть среди лучших из нас. Иди к брату. Теплые слова исцелят его быстрее трав. Я обо всем здесь позабочусь. Да хранят тебя боги, Уба. До скорой встречи. Еще кое-что. Почему ты все еще здесь? Мы уже попрощались. Сигурд ждет. Да. Удачи, Уба.
Ярл Сконосома. Похоже, это победа. И какая? Даже эти стены не остановили нас. Скоро этот край будет наш. А что дальше? Уба и я погоним саксов дальше на запад. И скоро оставим Альфреда без короны. Надеюсь, я еще увижу вас обоих. И я надеюсь. Эй, в чем дело? Как тебе нравится вкус битвы? Он кружит голову и напоминает мне о молодости. Если бы ты не задержал подкрепление, мы бы не справились. Ты храбр для священника. Ты недооцениваешь веру. Мы вверяем свою жизнь незримому Господу. Большей храбрости тебе не найти. Похоже, ты доволен собой. Какой воздух! Пахнет победой! Пахнет кровью, мозгами и дерьмом убитых. Эй! Разве не так пахнет победа? Для тебя может быть, Палка. Мне по душе очаг, жаркое и мед. Так ты у нас нежная душа. Ну, проваливай! Мы бы не взяли крепость, если бы не твои лучники, Хунвальд. Спасибо. А, да брось, что за вздор? Это было нетрудно. Возможно, они мне еще понадобятся. О, так это еще не все? А я-то надеялся. Впрочем, неважно.
Ярл Сигурд, на своем месте. Я скучал по тебе, брат. О да, скучал. Аж разум помутился. Что? Ты долго меня искал? Быть может, тебе приглянулся мой трон? Я делал, как ты просил. И убивал всех, кто возражал тебе. Все было не так. Рандви тебе расскажет. О, да? Правда? Моя жена. Та самая, которую принесли мне в дар, чтобы умилостивить. Да уж, она-то точно скажет мне правду. Что Фулки сделала с тобой? Ты представить себе не можешь все то, что я видел и узнал. Я потомок богов, Эйвор! Властитель войн! Римский Марс! Я знаю, кто я, знаю свою судьбу, и ты не смеешь мешать мне! Брат, прости. Мне нехорошо. Устал после всего, что случилось. Подышу. Он такой с тех пор, как вернулся. Поговори с ним. Может, успокоишь? Попытаюсь. Радуйтесь все и каждый! Сегодня мы будем праздновать! Наш Ярл вернулся! Давайте же пировать! Чем это я? Басим, присоединишься? Я еще отпраздную. Но сегодня у меня не тот настрой. Лучше я останусь наедине с собой. Понимаю. Не печалься из-за настроя Сигурда. Он тепло о тебе отзывался по пути. Думаю, он по-прежнему глубоко доверяет тебе. Это взаимно. Я вижу. Приятного вечера. Куда ушел Сигурд? Лети, Сюнин. Закрываю глаза и вижу твои рисунки на латах богов. На кладбище он сильно опечален. Вот ты где, братец. Что это ты здесь делаешь? Я тебя искал. Сигурд. Погиб, защищая мою честь. Он так считал. Значит, он был глупцом. Я в этом не нуждаюсь. Моя честь незыблема. Безупречна. Я его отговаривал, но... Не говори ничего. Все в прошлом. Пропасть между ним и настоящим глубока, как смерть. Меня испытывали. Я прошел через кровь и огонь, и в этих муках переродился. Ты думаешь, что я сломлен, но это не так. Я обрел величие.
Мой разум — источник пророчеств. Из видений я узнал, кто я. Поэтому я благодарен судьбе за страдания. Сигурд, я пытаюсь понять, но твои слова... Я не вижу в них смысла. Басим видел это во мне. И Фулке. То, что она сказала... Правда. Я стал чем-то большим. Пусть ты и видишь перед собой лишь калеку. Смотри внимательней, Эйвор. Глубже. И ты увидишь то, что видят они. Ты видишь? Мое величие. Я в толк не возьму, о чем ты. Смотри. Это лицо Бога. Я вижу своего брата и друга, который вернулся туда, где его любят и чтят. Туда, где он должен быть. Ты добр, но твой взор затуманен прошлым, которого я больше не вижу. Боюсь, наши пути давно разошлись. Иди. Хочу побыть один. Вернись на пир и выпей за меня. Восславь за меня грядущие дни. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Эйвор! Что случилось вчера? Вы с Сигурдом куда-то ушли во время пира. Он вернулся и молча отправился спать. Мы говорили, но я почти не получил ответов на свои вопросы. Увы, больше сказать не могу. Сигурд винит меня во всех своих бедах и не торопится благодарить за спасение. Что происходит? С тобой он хотя бы говорит. Мне не сказал ни слова. Так, что теперь? Я только из Суссекса. Мы сожгли там все дотла, чтобы спасти одного человека, но он оказался не тем, кого мы искали. Да уж. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я, или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Посмотрим на карту союзов. Что расскажешь о Глостершире? Ты, возможно, уже заметил, что Гуннара сейчас нет в кузнице. Он отправился в Глостершир на поиски жены. Жены? Он влюбился. Когда только успел. А у него с этим быстро, но не все так плохо. Он просил, чтобы ты присоединился к нему. И помог найти жену?
Он думает, твое присутствие придаст ему важности. И проследи, чтобы он не натворил чего. Ладно, я присмотрю за Гуннером. Куда мы без кузнеца? Очень великодушно. Отправляйся в город Глостер. Найдешь Гуннера там. Басим, скажи, ты давно говорил с Сигурдом? Мы порой беседуем. А что? Скажи, он не изменился? Не кажется тебе печальным, безучастным? Он куда более задумчив, погружен в себя. Задумчив? Это еще мягко сказано. Он говорит так, будто сами боги шепчут ему в уши. Сейчас странные времена, Эйвор. И люди тоже. Может, Сигурд благословлен? Но кто скажет наверняка? Верно. Not all of it.
Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить.